Доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Мы пьем кофе. Прям на крылечке. Речки, деревни. Вот так. Всем доброго утра. И доброго. Вот, короче говоря, уже какую, ну, где-то часу 12, наверное, пью кофе. И уже по огороду. Короче, хочу сказать, по полу, а не походил. Ну и походил тоже. Так что это, всем хочу пожелать удачки, да. И поделиться вот такой вот красотой. Там, видите, настурция растет, настурция, да. Такая вот, ну, высокая. Вот тяна манечка. Вот такая ошейничка хорошая. Смотрите, какой у ней. Специально вот она, видишь? Чтобы никто не думал, что все нормально. Вот. Аня! Доброе утро. Добрый день. Здравствуйте. Вот у нас Маня отдыхает сегодня. А погода прекрасная. Короче, поехал в деревню. Как-то так. Поехал. Сейчас сел. Мне пирожок еще есть. Пирожок. Вот она. Станция. Сибирско-южный. Видите? Опять у меня малина. Вот смотрите, какая я уже тут. Столько дел. Вот столько дел. Вот так вот. И вот он, видите. Это уже красиво. Красивые такие. Розы. Бабушки, мимозы. Вот она, какая красота-то. Вот она. Вот она. Калина спеет. Классно. Вот, ребят. Такая вот роза. Все цветет. Вон, видите, какая. Класснёвая. Хочу показать, какая у нас есть еще. Я не знаю, что это. Клематис, по-моему. Не, это не клематис, а другая вещь. Видите? Какая красивая красота. С листочками такими. Вот, смотрите. Пахнет. Супер-пупер. Видите? Красота неописуемая. А там вот... Это как ее вишня. А это малина. Ой, не малина, а вишня. Это вот орех. Орех вот это. Вот она, красотень-то какая.